9 мая 2020 года будет самым немноголюдным праздником за 75-летнюю историю Дня Победы. Из-за пандемии отменили торжественные шествия. Однако украшение города к светлому празднику никто не отменял. Так, в Химках полным ходом идет высадка зеленых насаждений, приуроченная ко Дню Победы. Их здесь два сорта. Две мелколистные и одна крупнолистная. Мы делаем что? Мелколистную в эту яму и одну сюда. Первым делом коммунальщики высадили праздничные деревья у памятника истребителю на входе в парк Дубки. Три крупных трехлетних саженца липы дополнили и разнообразили флору парка. Исходя из уже территориальных особенностей каждого памятника, мы выбираем саженцы, которые необходимо подсадить. То есть в данном виде это липа мелколистная, которая максимально устойчива к городским условиям, которые здесь себя будут чувствовать хорошо. На других памятниках, например, «Скорбящая мать» это на Сходне, там мы будем высаживать рябину, потому что там уже высажена аллея рябин, то есть мы ее дополняем. Сотрудники комбината по благоустройству объедут химкинские городские памятники, посвященные Великой Отечественной войне, и высадят несколько десятков праздничных деревьев и мелких растений. А вот дома в округе будут украшены такими полотнами в цвет георгиевских лент. Сегодня все микрорайоны городского округа Химки принимают участие в региональной акции партии «Единая Россия», посвященной 75-летию Победы. И на наших домах с вами в режим пандемии, поскольку мы не можем принять участие в шествиях, принято решение вывесить вот такие большие полотнища. Соответственно, они размещены на фасадах дома, а также людям раздаются флаги, которые можно будет вывесить в окна. Всего 4000 таких полотен появятся в Химках на фасадах домов, и 5000 флагов украсят улицы города.